Сегодня мы в бутике концептуальной моды «Подиум». Впервые о концептуальной моде заговорили в начале 80-х годов. Тогда японцы Йоди Ямамото и Рэй Кавакуба представили свои коллекции на неделе Прет-а-Порте в Париже. Публика восприняла творение дизайнеров страны восходящего солнца не иначе, как карикатуру на европейскую одежду. Однако интеллектуалам японский дизайн пришелся по душе. Свежий взгляд на моду уже в 90-х предложили дизайнеры легендарной антверпенской шестерки. Лаконичное и в то же время невероятно женственное творение одной из ее представительниц Анна Демельмейстер представлены в бутике «Подиум». Она использует в своих коллекциях так называемый муляжный метод. Что это значит? Это когда большие объемы ткани просто оборачиваются вокруг тела. Стиль, интеллект, глубина. Каждая вещь в бутике «Подиум» несет в себе особый смысл. Также здесь представлены вещи более демократичных направлений, таких как, допустим, Парош. Это итальянская марка. В чем его фишка? В том, что он создает вещи, он как бы миксует, это стиль фьюжн, какие-то ткани достаточно интересные и какие-то интересные аппликации. Модные коллекции, представленные в бутике «Подиум», отображают особое отношение к одежде. Это платье от Рика Оуэнса, очень структурное, но при этом оно сидело на ней идеально. Модели одежды, которые можно приобрести в «Подиум», без преувеличения, настоящее произведение искусства. Сегодня у нас была очаровательная модель Юля Харьковская, было очень приятно с ней работать. Подбрали и то, что подходит Юле по типу фигуры, но в то же время мы показали коллекционность, мы показали тенденциозность данного бутика, в общем-то его концептуальность.